В клинике. Привезли четверых. Одри прооперировали. Прочистили рану, вскрыли. С ней все будет хорошо. Сейчас девочка отходит от наркоза. Эту девочку привезли на стерилизацию. Ее подбросили к подъезду. Да, моя хорошая. Так. Привезли кошечку. Ту, что выкинули с этажа. Это Риза. Ризу сейчас будут осматривать, делать новые снимки и будем решать, когда ее оперировать. Это Риза. А Габриэлю сегодня снимаем спицы с передних лап и с бедра. Вот такие у нас новости на сегодня. Мы в ветклинике в ветеринарном лазарете. Оперирует нас врач Сергей Барков. Единственный лучший врач города Липецка. Самый настоящий хирург. Он спас уже сотни ушастых из лохматой души. Я не побоюсь этого слова. Пожелайте нам выздоровления, друзья.